Ребята, всем привет. У нас началось. Нет, это Уфа и началось. Это Уфа и началось. Да, да. Это да, не заканчивалось. Да. Посмотрите. Смотрите, какие классные, боже мой. Мама, нам вот это надо. Ты уверена? Да, вот это нам ты надо. Отвечаешь? Вот эти вот нам надо. И сейчас. И вот такую нам надо. Ты что, обалдела? Чтобы наверняка. Они как вообще хоть пишут, это просто ручки или что это? Это стиражки. Ты же купила упаковку стирашек. Нет, я не заказала. Ты на ВБ заказала я упаковку заказала. Стирашек. Нет, ты заказала. Я не заказывала, нет. О, давай врут. Еще покажем. Врут. Покажи кончики. Ластик. Покажи ластик. Ластик кончики. Покажи. Какой ластик, смотрите, который у тебя? Милашный ластик. Поняха. Это не поняха, это единорог. Ой, какая тут. Вообще. Как ты можешь не шарить? А? Как ты смотри, какие с монстрами, все, отмена вот этого отмена? Вот всего. Смотри, какие крутые, мама, это... Ой. Все? Тебе стало плохо? Да. Ой, смотри, какие птицы. Я чувствую, что мне сейчас станет плохо. Он для мальчишек, тут всякие стрелялки. Ой, покажи. Классно, вообще, тоже. Мороженка. Мороженка. Пишите мне в комментах, как вы уговариваете мам и пап купить вам все это. Что вы для этого делаете? Вот когда мы ходим, я просто так этот, захожу такая тихо, довольная, сидевая. Счастливая в магазин. А, у меня все хорошо. Когда я выхожу из магазина, на моей карточке минус сколько-то, я уже не такая счастливая. И не понимаю, каждый раз... Как ей удается это делать? Вот как она это делает? Мамочка, мне вот это 100% нужно. Мама. Да посмотри, ну тут сердце, тут единорог. Ну, тут вообще. Как без этого жить? Ну, такой интересный, красивый. Вот счастье это. Можно я тебе шариковую куплю? Шариковая обыкновенная, оранжевая. Я деньги разбазариваю, она тут ржет, стоит. Давай, мне нравится такой настрой. Трэш. А ты еще вот эти ручки не видела? Тут мам, дракончики. Посмотри, инопланетянчики. Офигеть, вот такую не надо. Да? Да. Это сейчас что, вообще прикол я года? Я тебе отвечаю, нет. Да? Вот прям стопудово-то. Да. Да? Да, вот это надо. Можно вот такую? А можно сразу таких купить 5 штук и все? Она, короче, у тебя красная была такая, помнишь, она писала. А как тебе одну красиво. Пробьют, если ты одну возьмешь? Там есть штрих-код? Да откуда ж я знаю, это мои проблемы. Вот он есть. А, да. Есть. Так, ну вот, о, это, вот это мы берем. Мама. Давай еще покажем, что тут есть. Фломики. О, собака. Точилки. А собака это что? Ручка шариковая. Фигурная. Обалдеть. Я хочу такую ручку. Монстрики. Короче, это мы в магните. Кому интересно, мы ползаем по магниту. Ляпы. Но это у нас этот гипермагнит. Большой. Не магнит у дома, а который большой. Такая клей-лапа для моей коллекции лап. Доча, давай поиграем в прятки в магазине. Найдешь меня, получишь все, что ты выбрала. Моя идейка. Слышь, короче, я пошла прятаться. Иди сюда, пожалуйста, вернись. Что это такое? Что? Где? Где? Ой, смотри, какая попса. Очередная милота. Ой, смотри, это Басиком надо в школу, на доску. Басиком в школу надо стопудово. Да. Угу. Ой, маркеры там есть. Трэш. Смотри, я хочу точилку, она еще с ластиком. Вообще, да. Это ж как они до такого додумались, да? Да, мама, нам это надо. Ну, полюбас. Да, давай, розовую такую, розовую? Да? Ну, розовую стопудняк Ритка отберет. Ты же знаешь, что у нас Ритка до розового цвета просто... Давай тогда синюю. Нет, синюю больше. Давай зеленую. Давай зеленую. Зеленая без ластика, смотри. Подделка? Да. Плагиат какой-то. Ой, смотри, это на мои лапы плагиат, походу. Именно плагиат. Ой, это не открывается, так ладно. Обычный маркер. Подожди, нет, вон там какая-то фигня. Что нет, это, такое? Это обычный маркер. Показалась ты лапка. Все, можно вот дальше? Это надо нам? Нет. 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 Надо. Надо? Ну, надо. Я тебе говорю, розовая у Риты мания на розовое. Я тебе заранее предупреждаю. Давай мы попробуем. Она пустить. Просто розовое заберет, просто да. Потому что это розовое. Давай просто тащилку тогда вот такую. Давай. Давай, как в детстве, когда мы ходили в магазин, короче, я Файке говорю.
Фая, мы берем всего одну вещь. И когда она накидает целую корзину, я говорю: Фаюш, ну выбирай что-то одно. И Фаинка выбирала. Давай сейчас тоже так сходим в школу, ты накидаешь, а я тебе скажу, давай выбирай что-то одно. Мне не нравится такой ход действий. Я не могу больше. Я приехала сюда ради сосисек. Понятно? Сосисек? Да. Может, сосисок тогда уже? Дома кончились сосиски для... Нет, сосиски. Сосиски любит Вотча. Сосиски. Именно сосиски. Вотча любит сосиски. На утро это нет что? Сосисек. Все поняли, это что? То, что нет. О, Актимельки 27 рублей. Давай возьмем. Ритка любит вот эти. Вот эти возьми. Она любит со всякими ягодками. Ты меня ключами ягодками царапаешь. Я не буду ничего. Возьми убирать, целую. Пока ты меня царапаешь своими ключами. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Ты чуть не устраивай? Понимаю. Так. Мы так шутим, ребят. Все, погнали эти сосиски искать. Нет. А, ты еще йогуртов хочешь? О, я нашла себе кофе. О, давай попробуем, правда. Мне кажется, это небезопасно. Это молочный коктейль какой-то. Ну, на самом деле, да. А, тут тоже есть эти. Вот такие мы еще. Вот. Такие любит у нас Маргаритка, такие любит Вотчик, а такие любит Фаинка. И мы каждый раз берем разные. Вот такой давай возьмем один. Давай не будем. Ты же сказала, что это небезопасно. Ну, мы нормальный кофе возьмем, ладно, да? Да, давай, отлично, все, хорошая идея. Что мы по йогуртам порешаем? Да я не знаю. А кто знает? Ничего не знаю. Давай вот эти любимые ваши возьмем, вот эти вишенки. Да? Да. Отлично, пошли дальше. Не-не-не, подожди. Чего ждать-то? Все тут. Все вкусное тут да, закончилось для вас. Да, я посмотрю. Фаинка любит помидорки с моцареллой. Салатик. Мы берем моцареллу. Вот такую моцареллу. А там, скорее всего, целая и вот этот это, самый. Вот это давай. Мы нашли. Сосиски. Сосисочный рай. Посмотрите, ой, сосисочный, сколько здесь сосисок. Сосисочный, офигеть. Ну, давай что-нибудь выбирать, я не знаю. Надо. Они тут бомбически стоят. Сейчас уже ночь, как всегда. Спокойной ночи, малыши. Мы идем за кофе. Нет, мы по-прежнему ищем сосиски. Нет, мы идем за кофе. Ну, а я сосиски ищу. А то зачем? Мы уже в пятерочке. Так пойдем сразу. Нет, пойдем сперва сосиски посмотрим, а потом кофе. Потому что, ну, когда кофе купим, уже надо будет выходить. Ты не трубочек кофе, ты меня обманул. Что? Нету трубочек кофе. Ты меня обманул. О, квасик очаковский всего 79. А сосиски здесь за юнь. Ну, что я не так говорю-то, я не понимаю. Ищем наш любимый кофе. Да положи ты все это добро-то, которое у тебя в руках. Господи, у тебя целый стеллаж пустой, а ты... Нет, вот одну возьми. Как оно вытащилось так? Как? Вот так. Нет, ты не засунешь теперь обратно. Я тебе говорю, не засунешь, поставь, уберу. Так. Знаешь, почему тут кофе холодный? Почему? Микроволновка специально поставлена. Типа, подогревайте. А, эта микроволновка может стоять для выпечки, а не для кофе. Нам очень нравится здесь кофе, но он такой еле теплый. Стакан поставь сперва. Да. Давай. Кофе и терчики. Фаинка любит латте. Напишите, кто любит баловаться кофейком. Конечно, рано в 13 лет баловаться кофейком, но латте можно, потому что там много молока. Да. Все рано. А обычный кофе. Да, вот такая я злюка. Злюка-крюка. Все запрещаю. Надурила нас. Ой, чем надурила? Она сказала, то, что она утром брала, и он горячий был. Она могла брать не латте. Холодный. Мы спросили девушку, мы всегда берем, он такой теплый. Мы спросили девушку, можно прибавить, чтобы погорячее было. Она говорит, я брала, был горячий. Погорячий. Мы говорим, а у нас всегда теплый, мы хотим горячий кофе. Ой, все, короче, погнали мы домой. Там сейчас наши приехали с деревни. Вот и соскучился по маме. Мы едем домойки. Всех целуем. Всем пока-пока.